я к мудрости небесной прикоснусь и все оставлю у ее порога. В лесную глушь меня ведет дорога, там я умру для мира и проснусь. Дорогие друзья, вновь пришел наш незвездный, но полночный час. И если речь идет о жителях России, Урала, европейской части, о наших городах Тула, Воронеж, Минск, Севастополь, то, думается, уже выступили звезды, кое-где они видны, как в Крыму. Бархатный сезон близок уже к концу, а кое-где сокрыты под пеленою облаков. Наступает то время, о котором когда-то пели наши замечательные певцы, в частности, Валентина Васильевна Толкунова. «Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори до звездной полночи, до самой». И действительно, вечернее время располагает к собеседованию. Располагало когда-то людей, когда они еще не бронировали свои уши наушниками, не надевали очки 3D, разумеющий да разумеет, и не отправлялись виртуальные путешествия в мир вкусов, запахов, ароматизаторов, эмульгаторов, идентичных натуральным. И сегодня, к сожалению, совсем не так мало семей, совсем не так много друзей, которые могут позволить себе роскошь человеческого общения, заварив, как в старину, хороший чаек и помешивая, размешивая сахарок. Я сам лично не употребляю сахар, мне больше нравится мед или варенье в стакане и серебряном подстаканнике. Беседует не спеша о том о сём, о том, что было, что прошло, то будет мило. И вы знаете, если собравшиеся успокоены, если ими не владеет дневная раздражительность, если они смотрят на собственные огорчения свысока, с высоты терпения и благодушия, то ангел Господень невидимо осеняет собравшихся, и беседа течет плавно, журчит, как будто ручеек, мало-помалу раскрывая человеческие сердца и насыщая их подлинным духовным содержанием. Но так бывает не всегда. Если собравшиеся не слишком благонамеренны и ошибаются в выбранной ими теме, с ними может случиться нечто подобное древним монахам, которые, плывя в святую землю на корабле, собравшись во время качки на палубе, вдруг стали беседовать о суетном, недостойном иноков, избравших высокий образ жизни. И старец, у которого были чистые духовные очи, вдруг увидел, что над этими юными иноками реет какое-то страшное существо в образе свиньи с горящими красными глазами, с короткими черными, как у птеродактиля, когтистыми крыльями. И это существо, летая над головами незадачливых иноков, оскверняло и очерняло их уста, прикасаясь крыльями, с которых стекала темная зловонная жидкость. Старец впоследствии, когда его спросили, что он видел, рассказал инокам об этом страшном существе, несомненно, демоне, и поинтересовался: «О чем вы беседовали, друзья мои, промеж собою?» Те устыдились, краска покрыла их лицо,
они замялись и только лишь уже в порядке исповеди поведали старцу о том, как, забывшись, они вспоминали грехи юности своей. Вот этого, дорогие друзья, не случается на нашем телеканале «Союз». Я не знаю, какие птеродактили, бронтозавры летают, ходят на других коммерческих или государственных каналах, но у вас есть возможность всегда приникнуть к нашей экологически чистой духовной нише. Мы сегодня продолжаем с вами наши вечерние размышления и завершаем разговор о триаде сердечных добродетелей, поименованных Иоанном Златоустом. Господи, просил этот патриарх Константинопольский, Господа Бога, даруй мне терпение, великодушие и кротость. О кротости нам надлежит сегодня говорить, и я, как в прошлом учитель русского языка и литературы, хотел бы начать беседу с вопроса. Как вам кажется, что за значение лексическое сокрыто в корне существительного «кротость»? Вы знаете, что это существительное женского рода, абстрактное, так сказать, понятие. И что же мы с вами видим в этом корне «крот»? Кто-то из детей скажет, я знаю, это такое животное, которое делает норы в почве. И папа недавно купил особенный приборчик, излучающий какие-то импульсы, и кроты покинули наш приусадебный участок. Связаны ли эти землеройки с нравственным понятием кротость, я сильно сомневаюсь. Но, может быть, они нам говорят о том, что кротость на поверхности земли не обретается. Нужно очень хорошо углубиться в собственное сердце, чтобы найти сокровенный корешок этой добродетели. Кротость, конечно же, это слово, связанное со словом «короткий». Кротость связана со словом «укротить». Укротить то, что нуждается в таковом действии. А что мы призваны укротить и укротить? Да, безусловно, собственные страсти и, прежде всего, гневливость и раздражительность. Если идти на поводу у упомянутых страстей, добра не жди. Человек, вольную волю, наживающий себе дурной характер, экспансивный, гиперэмоциональный, невыдержанный, позволяющий срываться на ближних, спускать на них мысленного или словесного полкана, вылезать из собственной кожи, доходит до страшных последствий, которые психиатрами называются аффективным состоянием, то есть по существу одержимостью, подпав под власть которой, несчастный может совершить страшные преступления и затем, придя в себя, всю жизнь оплакивать этот миг, когда в него вселился демон гнева и ярости. Должен вам признаться, дорогие друзья, что большинство смертоубийств и совершаются в этом состоянии исступления из границ собственного разума и собственного сердца. А ведь все начинается с малого. От малого до великого греха всего лишь один шаг. И об этом шаге мы должны сегодня поговорить и сделать шаг не вперед к умножению греха, а шаг назад. Ибо иногда отступление похвально, если мы уходим в недра собственной души и там вступаем в сражение со своей несдержанностью, нервичностью, раздражительностью и вооружившись каким-то мысленным мачете или кинжалом, морским кортиком, начинаем шашку наголо рубать этих змей, отсекаем головы и хвосты,
перебарывая турбулентное состояние души, как сказано в Священном Писании, гневайтесь, но не согрешайте в сердцах ваших. То есть, если и постигла вас раздражительность, уходите внутрь, там, в глубинах вашей души, молитесь: «Господи, помоги! Господи, укроти мое метущееся сердце! Господи, покой Твой даруй мне! Господи, дай мне ясность мысли и мирное сердце! Не хочу злиться, не хочу гневиться! Господи, скажи морю сердца моего: утихни ветру гневливости, пристани, и да настанет тишина велия». Вы знаете, в Священном Писании по этому поводу сказано настолько выразительно: укротивший самого себя сделал больше, чем военачальник, покоривший сотню городов. Действительно, нет более славной победы, чем путем самоконтроля, выдержанности и, главного, внутреннего покаяния, всегдашнего припадания к стопам Иисуса Христа. Вспомним еще одно псаломское изречение, которое особенно любили наши прабабушки, приученные с юных лет укрощать свои страсти: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». Сам Спаситель наш исполнен божественных совершенств, и, взирая на Него, вознесенного на крест, простирающего нам свои объятия, мы призваны чаще доводить и до ума, и до сердца призыв Божественного Искупителя: «Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем, и обретете в ваших душах покой мой, обрящите покой душам вашим». Итак, дорогие друзья, кротость никогда не дается авансом. Есть люди от природы, от рождения, наделенные горячей кровью, есть холодные, рыбные, такие, как очень любимые мною финны, несколько меланхоличные, замедленные, но совершенно спокойные. Однако природный темперамент еще не есть Христова добродетель. И северяне, и южане, когда приступают трудиться на ниве Господней, призваны умерщвлять живущего в них зверя раздражительности и стяжевать кротость по толике, по частице, по капельке, так, чтобы количество по закону диалектики переходило в качество, и явлен был, наконец, опыт самих трудов, красный, зрелый плод кротости. Человек кроткий, скажет мне, не приспособлен жить в этом агрессивном, хищном мире, в котором действует только один закон, выраженный в латинской пословице «homo homini lupus est» – «человек человеку волк». Еще Александр Исаевич Солженицын говорил, что окружающая его действительность строится на законах уголовного мира. «Сегодня подыхай ты, а завтра я. Кто хищный, тот и прав». И эти законы уголовного мира зачастую являются правилом поведения для многих современных людей, думающих, что сила – это и есть достоинство человеческой личности. Мы, христиане, отнюдь не мягкотелые, не слабохарактерные и не уступчивые в отношении злой силы существа. Христос всегда мужественно взирал на своих противников, которые, как шакалы, лаяли, гавкали и терзали Его прекраснейшего из сынов человеческих, а Он лишь молился Отцу: «Прости им, Отче, не ведает, что творят». Однако, обращаясь к нам, Спаситель хочет
и в своих учениках видеть эту царственную добродетель, мужество и кротость соединенных вместе. Соблазны не должны проходить через нас, хотя они неизбежно вливаются из кубка Пандоры на эту грешную землю. Но мы, как воины, должны защищать свой Бородинский редут. Спокойно, с чувством, с толком, с расстановкой, никогда не злословя никого, взаимно твердо сжимать в руке меч молитвы и щит веры, защищать наших жен и детей, наше жилище и наши города от всякой иноземной агрессии, от всякого преступного элемента, не злорадствуя о гибели врагов, но с великодушием и терпением, идя тернистым путем служения Богу, Церкви и Отечеству, украшая звание христианина подлинной кротостью, свидетельствующей о духовной зрелости каждого из нас. Аминь. Просветляется Русь, пробуждается, вот уж небо над лесом светлей, и душа чистотой напояется из прозрачных ладоней дождей.